День добрый, друзья мои. Продолжаем катать Евротрак Симулятор 2 версия 1.45. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь я на карте. Суровая Россия, Забайкалье, редакция первая. Так, но клики населенный пункт. Ехать мне до Охи. Осталось там что-то меньше 30 километров, по-моему. Везу почти 30 тонн. Три трубы здоровенные. Вот такая карта Суровка. Вот считай, от сих пор до сих пор везде я уже был. Везде был. Ну, какие-то населенные пункты по понятным причинам не отмечаются. Вроде как проезжаешь, а тут заездик там какой-нибудь к ним и все. И нет. И не отметил. О, так, кстати, Валера, я ж обещал тебе показать. Допустим, вот заново покупаю этот КамАЗ. Обещал показать тебе, где у него охроменные сзади баки. Вот по дефолту вот у него. В смысле, изначально у него такие баки. Так. Так, позже. А, вот. Вот кругляшочек появляется, да? Вот так вот. А, это же этот. Что-то магнетушить. А, нет, канистра. Так, еще раз сюда. Так, и вот два варианта. Есть вот такой вариант. Один бак, одна запаска. И есть такой вариант. Два бака, две запаски. Так что вот. Вот этот верхний кружочек. Так, а если... А если в этом варианте? Так, здесь вот такой вариант. Если кабина маленькая, то вот такой один бак. И тут два здоровенных ящика. Да, только один вариант. Ну ничего, кстати, тоже вариант нормальный, да? Но внутрянка все такая же, как со спальником. Поэтому не вижу смысла ставить такую кабину. Вот видишь, штор нет никаких, а в кабину садишься, шторки есть, кабина белая. Ну ладно, так, все, с баками разобрались, едем дальше. Это что это такое? Так, ну что у нас? Вот такой КамАЗ, 6х6, дизель 400, 16 ЗТФ. Так. Ключ на старт. Ну все, мы готовы. Ну давай навигацию включим. Сейчас тем более по навигации можно ехать. Пусть будет. С Богом. Пообедал. У меня тут все свое было. Пельмешек сварил, кастрюльку. Я прям водичку вылил, прям в кастрюльке поел. Ничего, нормально. Все у нас с собой есть, водичка есть. Посудешечку помыл. 10 тарелок не надо. Тьфу. Сварил себе 30 штук пельменей. Нахрена нам еще их в тарелку перекладывать. Хотя, в принципе, для таких вещей можно завести одноразовую посуду, да? Покушал, выкинул все в пакет. Ну, лишний мусор опять разводить. Поэтому прям с кастрюли по-босяцки. Не за рулем бы, так под пельмешки бы самое оно бы запотевшую беленькую достать. Иногда вот честное слово, так вот и хочется вот просто отварить пельменей. Нарезать, допустим, сальца соленого, копченого, да? Так, подсохранимся на всякий случай. Так, кто его знает, что тут Сережа наделал. И просто под пельмешки остудить хорошо водочку, включить фильм какой-нибудь или там хотя бы уральских пельменей, ну, посидеть, отдохнуть немножко. Сейчас кто-нибудь обязательно скажет или подумает: вот лишь бы побухать да пожрать. Так почему лишь бы? Совсем даже, совсем не лишь бы.
А иногда после тяжелой трудовой рабочей недели, я же не говорю, что каждый выходной бухать надо, а так, особенно когда тяжелая неделька была, ей-богу, хочется прийти домой в пятницу вечером после работки, помыться, зайти сначала в магазинчик, купить беленькую, купить что-то закусочку, помыться. И за ужином немножко себе холодненькой из запотевшей бутылочки налить несколько стопочек. Ничего, за ужином немного никак не повредит. Ну, жрать, конечно, бутылками да каждый день, но это все уже, это клиника. Водки не хочется, а хочется вот нарезать небольших таких бутербродиков с белого хлебушка. Немножко, вот как обычно, ломоть по всей буханке так вот по торцу как отрезаешь, делишь его на 4 части, как обычно, кусочками такими, и потом каждый кусочек еще пополам. Получается 4 кусочка таких небольших, немножко майонезика, сыра копченочки, кружочек. Так, вытянет, не вытянет. И сверху либо огурчик, кружочек, либо долька помидорки. Ну не долька, а вот пол кружочка помидорки. Ну, можно немножко помидорку чуть-чуть. Буквально самую малость подсолить. И чуть-чуть перчика. Я так вот коньячку пивнул немножко, вот этой конопушечкой закусил, и сидишь, отдыхаешь. А иногда просто охота бокал вина. Главное в меру. Так, что у нас тут за горные такие дороги пошли гравийные? Что мы сейчас? Я тормозить не буду. Надо тебе, вот ты останавливайся. Что не хватало мне в городе сейчас останавливаться. Погода прям ясная какая. Я специально здесь осуровки, осадки выключил. Они тут вообще нахрен не нужны. Местами и так очень трудно бывает ехать. А тут еще эти осадки. Видимость портит. Да вообще все портит. И виды хорошие иногда. Раскрасявые такие виды бывают у Сереги. И виды эти портятся. Третья вытягивает. Вообще красава. И тут как-то виды староватые такие, да. Особо ничего красивого-то тут нет. Что у нас там? 18 километров осталось, да. О, коллеги летают. Тут на таких вроде безобидных ручках можно очень хорошо подбросить.
и прицеп тебя сзади так легнет, что жопа полетит вперед мордой и развернет тебя поперек дороги. И понеслась кувыркашки. Но мы на таких скоростях вот сейчас быстро доедем, в кавычках. Но мне надо быть ночью, край 2, где-то третий час, среда будет уже. Сейчас вторник. Время только после обеда. Я надеюсь, что эту серию я заканчивать буду. Особо толком-то и не помню, какое там бездорожье дальше будет, не будет. Шею. Блин, не отстает никто. Вот иди, прямо тело. Ну давай, давай, обходи, если тебе надо. Ну что такое? Никого нету. Что, блин, дорогу уже выступил. Передвинулся правее. Твою, а? Зараза. Едешь сюда, в эти степи, и каждый раз что-нибудь вспоминаешь. Сейчас вот еду, я даже без понятия, что дальше. Доедешь, блин, точно. Точно, точно так и было. Даги. А, вспомнил. Дорога вот эта вот, вот она идет, смотри. Можно было, как я поехал с Комсомольска, да, по-моему, я поехал. Угу. С Комсомольска на Амуре, да, можно было бы сюда ехать, вот кверху, да. И потом Лазарев, Погиби и сюда Даги, вот эта дорога. Сначала более-менее такая дорога, потом болото какое-то такое, озеро такое. Все там вообще так трудно проехать. Потом это переправа. Ё-моё. Там, блин, вот реально погиби там ехать. Там реально жопа. Так я уж почти доехал, вот осталось-то. Осталось-то всего ничего. Роснефть. Можно еще как-нибудь этой дорогой проехать, но я там на синем КамАЗе, о, вот там жару давал, магнитовский прицеп за собой тащил.
Блин, там КамАЗ был, ехать не было. Вот это была жесть. И к тому же не полноприводный. Трехпостовый, 6 на 4. Ну, блокировки, конечно, хорошо, да. Вот туда та дорога. Ух, там дорога. Всем дорога, дорога. Все подряд смотреть будем или как? Ладно, чуть позже включусь. Так, что-то мы проезжаем. Вышка сотовая, только антенны больно высоко стоят. Попробуйте новый шрифт. Мне он зачем? Очень хорошо на третий поднимается. Зачетный КамАЗ. Очень уж он мне нравится. Если сколько вспоминать, на какой технике я ездил, конечно, большинство это были КамАЗы. Так, тут уже покруче, тут вторую. Так, набуксуем потиху. Вот тут нормально, пыль, то снежок проскальзывает. Ну, Серега всякую херню напридумывал. С этой снежной пылью, нафиг она нужна. Так, едем дальше. Вал населенный пункт. Тут даже стоянка у них есть, смотри. Там грязюка. О, капецкие носятся, ты смотри. Ну, это местное, да. Один из километров. Едем дальше. А, вот он, вал. У Сережи, как всегда, написано где-то название. Хер знает, пойми слева-справа. Населенный пункт где-то дальше, в другой стороне. Леспромхоз. Валовский леспромхоз. Или леспромхоз Вал. Так, о, это типа асфальт. Точно, это асфальт. Тихо. Фига вас тут раскидало.
пока интересного. Вот такое петляние тут. Для КамАЗа это так, легенькая прогулочка. Так, пожар какой-то был. Тут был, припоминаю. Был пожар. Ух, прям буря какая огненная, да? Так. Сейчас мы сквозь пламя, сквозь огонь и дым. Так, встречку чуть не снес. Так нифига они еще так гоняют. А, местные автобусы, им можно. Им все можно. Ну, еще стоянка. Помню, была такая. Сейчас дорог таких понаделали везде, что даже сейчас он в Якутск обычные фуры ходят. В Магадан фуры ходят. Там товарища одного смотрел на Вольвочке FH. А у него резина на низком профиле, зато прицеп высокий. Нормально еще, блин, в такие какие-то дебри залазит. Ё-моё, тихонько, аккуратно, там чуть не на брюхе проползает еще где-то. Ну, бывает, там кто-то дернет его там, блин. Как он там, думаю, вообще ездит, блин, не боится ни хрена. И чё ездит, слушай? Что там еще какой-то? А, нет, показалось. Я думал, еще пожар. Едем дальше. Так, поперла цивилизация. Смотрим, тут осталось ехать 5 км. Газу, 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 газу. А, видишь, как прыгает. Ух. И сохраняемся почаще. Блин, вот это прыжки. На обычном шасси на дефолте так не поскакать. Блять. Видишь, как бывает? Пиннануло тебя, да еще на повороте. И все. Товарищ тоже одного смотрел. Ну, он вообще на газели, длиннобазная газель. По-моему, была у него спалка наверху на крыше. Вообще в Магадан ездил. То ли из Москвы, то ли откуда он груз вез. Нормально, слушай, сейчас на дальняк народ ходит на газельках. Да, я понимаю, наверное.
Так, стоп. Так, прямо вот. Проезд запрещен. О, видишь, направо. Тут будет невидимая стена. Мать ее. И ты в нее со всей дури шмяк. Тут у Сереги бывают такие весы. Во многих местах вот именно вот такой прикол. Знак не успел посмотреть. Ты-дыщ! Со всей души в невидимую стеночку. Так, ну что, 3 км осталось. Наверное, выключаться не будем. Меньше трясет. Тридцать километров в час ограничение. Не, ну понятно. Ты думаешь, ты успеешь тут? Если что. Скажет, иди ты со своим спасибо, я чуть не обосрался. Так, ну тут дорожка получше на встречке. Там наш маркер уже виднеется. Вон справа. Так, ну что, подъезжаем, друзья. Рейс заканчивается. Скачал, я уже говорил, скачал 4320 Урал. Посмотрим, что у него со звуками, все ли хорошо ли. Если все ок, прицепчик какой-нибудь к нему подходящий намутить. Ну и вперед. Попробуем то самое бездорожье, про которое я говорил. Ха-ха. Ха-ха-ха. Так, давай-ка мы сейчас. Надо как-то подъехать по красоте. Зафотаться нам.
Так, ну-ка попробуем, что получится. Поехали дальше. Куда-то сюда ведет дальше. Куда-то сюда, вот туда. Почти доехали. А, вот знакомая база. Я тут на Мане. На Мане тут как-то я загружался. И потом куда-то в сторону Уэлина пёр. Красный такой ман у меня был. Так. Так, секундочку, сейчас проверим, куда вставать. Так, все, показали место. Надо будет зеркало поставить. Вот за этот прицепчик запарковываться надо. Такс. Бошку из окна. О! Аккуратненько вот на холостом чуть-чуть только газочку добавляю. Главное соседнего прицепа не задеть. Так, перебор. Сейчас ровненько поставим. Лучше так потихоньку. Чем соседа долбануть. Вот. Отлично. Ну, хорошо. Так, ну что? Так. Что у нас вторник? С хорошим запасом пришел. Так, выгружаемся. Сейчас у нас без 22 вторник. Так, превосходно. Да кто ж сомневается-то? Сейчас посмотрим. Тут нормально. Меньше, чем за час.
Отлично, отлично, друг мой, отлично. Так, ну что, надо куда-то сейчас на отдых встать. Так, и дальше будет видно, что мы будем делать. Так, сюда уезжать не, это самое, не вариант, надо сюда и потом туда. А давай здесь останемся, что ли, да, пока? Площадка небольшая. Так, ну и вот так вот по краешку аккуратненько туда подальше. Сейчас поставим, поставим КамАЗа. Ну, заодно ремонтный уголок есть. Ремонтоваться надо будет потом. Так, нормально. О, отлично. Все по красоте. Ну что ж, друзья, вот как-то так. Рейс окончен. Спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Переходите по ссылкам под этим видео на мою страницу ВКонтакте и на мою страницу Facebook. Там полно скринов по Евротрак, по Америке, по СУА в России. Заходите, добавляйте в клуб. Всем спасибо. Пока-пока. Увидимся. До новых волнующих.